Всем доброго вечера. Доброго вечерочка, наши золотые. А кто тут набегался у меня? Кто весь такой взъерошенный? Кто под дождиком набегался? Кто промок? Лохматая. Лохматая девчонка. И лохматенький мальчонка. Так. А Шейхуна самый хитренький. Самый хитренький. Спать уже завалился. Ой, а тут что за милота? Что за милота? Что за милота и красота? Лапочками своими встает. И ты милота, и ты милота. Все пришли пожелать спокойной ночи, да? Да, молодцы такие. А тут кто такой? Кто такой хороший? Кто такой красивый? Спит этот ребеночек, теленочек. Да? Лялюшка. А лялюшка себе гнездо сделала. Да, гнездо себе сделала. Маленький такой. Маленький, но очень крупный зверь. Ой, лялька тебя тоже зацеловывает. Потому что добренькие все такие, да, добренькие. Все добренькие. Да, и все целовальные такие. Прямо целовашки, обнимашки. Обнимашки, целовашки, а? Ты же прям по ляльке прямо ходишь, прямо ходишь. Разве ж можно так ходить по головам? Не надо по головам ходить, да? А эта звездулька тут развалилась, распласталась. И лежит, валякается. Довольная такая. Такая довольная девчонка, да? Ой, всем спокойной ночи желает и оглядывается на всех. А эта звездулина тоже теплолюбивая. Маленькая. Так, а где у нас Вигугусик? А что ты там принесла, Вигугусик? Какую-то вкусняшку. Говорит, я с вкусняшкой буду спать. Да, меня, скажи, не трогай. Ой, а эти, конечно, приставайте. Не нужна была никому вкусняшка. Вигуська взяла и сразу же всем нужно, да? Да, ну что вы к ней пристаете, малыши-карандаши, а? И побежали, побежали атаковать Вигусинку, да? Да, а она уже спать хочет, маленькая наша девочка. Ну и мы всем желаем спокойной ночки, приятных снов и до завтра, наши дорогие.